залатать ямы, откачать воду с дорог и привести в порядок улицы после зимы. Сегодня Елена Лапушкина провела еженедельное оперативное совещание, на котором поручила руководителям профильных департаментов провести полную инвентаризацию и составить отдельный график устранения дефектов на улицах города. Особое внимание глава обратила на общественные пространства, парки и скверы. Уже в эти выходные службы благоустройства приступили к работе и приводят в порядок те адреса, которые вызывают наибольшие нарекания со стороны местных жителей. Берем информацию, конечно, из соцсетей, конечно, из телефонных звонков, и, конечно, от обращений граждан, предписаний ГИБДД, да и сами мы очень много ездим. Департамент городского хозяйства, я непосредственно в рамках объезда внутригородских районов. Все это носим в один список и расставляем приоритеты и очередность. Разрушения на дорогах сейчас устраняют с помощью литой асфальтобетонной смеси, пока погода позволяет использовать только этот способ. В первую очередь рабочие благоустраивают подъезды к больницам, школам и дороге, по которым курсирует общественный транспорт. По словам руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, в списке поврежденных участков находится Ракитовское шоссе. Ситуацию усугубляет снег, который тает во дворах частного сектора. Сейчас коммунальщики уже занимаются решением проблемы. Речь идет как о текущем периоде, так и о долгосрочной перспективе. Работа постоянно по отсыпке асфальтобетонным гранулятом ведется. Через каждые 50 метров стоят знаки, что ведутся ремонтные работы, ограничение скорости. Сейчас ведется строительство ливневки по правой стороне, это как раз от застройки 18 километров, что позволит в дальнейшем отвести воду, чтобы не размывало проезжую часть. Следующий адрес, который вызвал нарекания у горожан, находится на пересечении Уральского и Южного шоссе. Здесь произошло разрушение верхнего слоя дороги. Вскоре участок должны отремонтировать большими картами. А сейчас в качестве временной меры здесь проведут аварийно-ямочный ремонт. Кроме того, жители обратили внимание властей на состояние проезжей части на пересечении Ставропольской и 22-го партсъезда. На этом участке уже устраняют дефекты. Отдельно на оперативном совещании обсудили предаварийное состояние моста на улице Земица. В минувшие выходные здесь провели отсыпку гранулятом, однако в будущем на путепроводе заменят верхний слой асфальта, деформационные швы и бордюры. Также жители сообщили о подтоплении на улице Красных Коммунаров. До пятницы на дороге проведут аварийно-ямочный ремонт. В Щегровском переулке 12 на этой неделе должны засыпать ямы, а на Карла Маркса 318 приступить к устранению просадки, которая возникла при ремонте инженерных коммуникаций. На улице Нового вокзальной 201 образовался провал во внутридворовом проезде, а у дома на Московском шоссе 316 просадка возле подъезда. По этим адресам также примут меры. По поручению главы города Олег Ивахин возьмет на контроль адреса по проспекту Карла Маркса 32 и 55, на которые также жаловались самарцы. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.